Так, продолжение видео о стеклохолсте. Я хочу показать, как он в нашем случае очень легко отходит. Ну, он бухтит, сейчас эту чапку снимаю. Он у нас бухтит по всей стене. Это тут вот уже я сняла. Вот, то есть не ковыряя ничем абсолютно. Вы видели где-нибудь такое? Так что, знаете, либо внимательно смотрите за своими рабочими. Вот, видите, я даже не ковыряю ничем. Я снимаю голыми абсолютно. Вот, смотрите, вот так у нас отходит стеклохолст. Просто следите за своими рабочими, перепроверяйте, смотрите, потому что точно так же. Вы даже можете и не знать, но на вашу стену могут еще при всем при этом наклеить, покрасить. А потом это все отвалится. И все это отвалится. И... Или вы начнете сами красить, и у вас размокнет и отвалится. Знаете, это просто ваши же... Ваши же затраты денег. Поэтому сейчас мы никому не доверили. Вот, это вот... Стеклохолст. Вот так у нас наклеен стеклохолст. Видите? Это и непредвиденные расходы. И вот посмотрите, мы уже начали обживаться в квартире, да? И у нас уже и животные здесь, и растения, и все. Это не запланированные расходы, время, грязь. Это, ну, короче, берегите свои стекло. Нервы. И мы все колемся уже. Просто берегите свои нервы, свои деньги, 1000 раз все перепроверяете.